Заслуженный учитель Российской Федерации, педагог-легенда Славянского района Валентина Григорьевна Кореневская 58 лет отдала своему любимому делу – педагогике. Ее жизнь и судьба – яркий пример служения людям. Сотни славянцев до сих пор хранят в сердце уроки добра, человечности и трудолюбия, которые они получили от этого замечательного учителя. Заслуженному учителю России Валентине Кореневской 25 июля исполняется 90 лет. Свой такой значимый юбилей Валентина Григорьевна встречает жизнерадостно и с оптимизмом. Она прожила достойную внимания жизнь, которой можно по праву гордиться. Память возвращает ее на многие годы назад, в середину 20 века, где задорная девочка из хутора Маевского еще училась в школе, преодолевая немалые трудности. И этот огромный запас жизненной энергии, который всегда помогал ей, не иссяк до сих пор. Когда она говорит о прошлом, ее глаза теплеют. Велосипедом в Троицкую 5 километров каждый день в школу. А если грязь, а если идет лед и часто шел, то через мост железнодорожный пешком. Это какой круг? А что-то не замечали. А на комсомольское собрание еще, то отвязываем лодку в хуторе Троицком и плывем. А на собрание не пропустим. Вот так я училась в 8-м, 9-м, 10-м. После школы Валентина училась в станице Красноармейской, затем в Усть-Лабинской, куда перевели педучилище. Она приняла педагогическую эстафету от своей первой учительницы, подменив ее на время декретного отпуска в начальной школе хутора Троицкого. Затем были школы в Новороссийске, в Ростовской области, где родилась ее первая дочь. С 1961 года она работала в Славянской первой школе, сначала учителем начальных классов, потом географии. Поступила в Ростовский госуниверситет, чтобы поднять свой профессиональный уровень. Талантливого педагога заметили и оценили по достоинству. Уже как-то присмотрели, что я справлюсь, наверное. И я справилась. И всегда у меня на первом месте было. А как это я покажу людям, что я не справилась с чем-то? А меня поставили, мне доверяли, мне верили. Вот это у меня в голове было, по-моему, это воспитательный момент, хороший для кого-то. Я боялась, что я вдруг покажу себя с плохой стороны. А родители как расстроятся. А они-то тоже у меня верили. Я у них одна. И я... Вот так пошла. И 6 лет университета еще заканчивала. А тут я вела географию. Меня ставят замом по воспитательной работе. Она всегда подходила к делу творчески, энергично и нестандартно. С ее легкой руки у славянских учащихся появились интересные формы летней занятости, школьные турслеты и выездные лагеря труда и отдыха. Мы выезжали туда на практику с удовольствием. И я уже туда возила детей. С колхозом договаривалась. И мне говорил... председатель колхоза и парторг. А вам бы надо было в колхозе работать, за отделением, что это в школе. И потом я же на хуторе выросла. Я же знала, как что. Подсадить и как ухаживать. Серьезно очень работали, да. И все, а все-таки вечером пели песни, танцевали. Все-таки дети общались, им это интересно. И они в лагерь с удовольствием ехали.
21 год своей жизни она посвятила 4-му лицею, проработав там все это время директором. И каким директором? Благодаря ее профессионализму и самоотверженности ей удалось сплотить коллектив, вдохновить на достижения. Школа получила престижный статус лицея, дважды побеждала во всероссийском конкурсе «Школа года». Валентина Григорьевна считает, что ей очень повезло в жизни, что она стала именно учителем. Профессия педагога – это самое лучшее в мире. Перед вами дети – это как бы еще чистый лист, материал. И что вы хотите, чтобы они сделали, и что надо им сделать – они сделают, только вы их не обманите нигде. Они очень доверчивые, так верят старшим. Меня же, говорю, все дети и поддерживали. Эти турслеты школьные перешли в городские. Обращаясь к молодым педагогам, она хочет передать им большое желание нести прекрасный свет знаний. Верит, что у одаренной молодежи светлое будущее. Дорогие молодые учителя, не бойтесь этой профессии. Лучше ее все-таки не найдете. Но только любите тех, кому вы пришли. Доверяйте им и отдавайте себя полностью. Тогда они в вас поверят и будут такими, какими вы хотите их видеть. Директор года, народный педагог, педагог-легенда Славянского района, заслуженный учитель России всех этих званий Валентина Григорьевна удостоена за свою работу, любовь которой стала двигателем всей ее жизни. Хороший учитель живет в судьбах своих учеников. Высокое и благородное призвание привело этого прекрасного педагога к жизненному успеху и к чувству глубокой благодарности за талант и неравнодушие. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыка, программа «События».